Слов'янське состоялся областной этап всеукраинских открытых соревнований по воздушным змеям. В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов и районов Донецкой области. Всего был зарегистрирован 31 участник. В преддверии 9 мая активисты попросили руководство города не допустить провокаций политического пиара во время мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню Победы. Жители Славянска, которые сэкономили на газовом, а также электрическом отоплении, смогут получить компенсацию наличными деньгами. Однако жителям города стоит поторопиться рассчитаться с долгами по коммунальным услугам, так как те, у кого осталась задолженность, не смогут получать субсидию. Славянский фестиваль песни «Память священна», посвященный 9 мая, закончился скандалом. На мероприятие прибыла народный депутат Украины Наталья Королевская. Активисты встретили ее с плакатами и призывами больше не приезжать в наш город. Драка же произошла в ходе церемонии награждения. Конфликт произошел между активисткой, которая держала плакат с надписью «Королевская, повертайся в Кремль», а также одной из работниц исполкома. В ходе потасовки последняя разбила свою грамоту о голову активистки. Пострадавшая написала заявление в полицию. В Славянске прошла выставка техники времен Второй мировой войны. Все желающие сделали фото с экспонатами на память. Больше новостей читайте на городском портале 6262. Будьте в курсе самых интересных событий.